Ну что же, всем привет! Вы на канале Мономакса, ну а мы, как обычно, продолжаем проходить игрушку под названием Dead Space Remake. Но вам, ребята, желаю приятного просмотра. Поехали! Так, собственно говоря... Нужна помощь очень. Помощь очень нужна. Здесь мы, уходит, были, да? Это выход. Ну, почапали. Где бы вы... Что? Где бы вы были бы, если бы не наука, на Земле? Нормально. Очень просторно, значит, сейчас будет мясо. Будет мясо. Ну. Of course. Quarantine activated. Блин. Патронов нету. By the way. Патронов-то нема. Ай. Фак. Дела. Ну. Я настаиваю, чтобы ты упал. Ну все. Патронов нет. Да. Так. Да не, аптечку, патроны дайте. Вот именно, что, блядь. Вот что делать тут? А, подожди. Сюда иди, ну... Да ты! Чтоб тебя... Защищаться решил. Эволюционирует. А этот-то чё упал? Или его добил? Ладно. Вроде бы там ещё ходил, бегал. Да, патронами тут все. Пострелялись и хватит. Так, карантин, я понял. Не зайти. Fuck. Hell no. Ебанорот.
Мимо! Тут все, жопа. Я сейчас сдохну. Хотя... Хотя я могу быть умнее. Верно? Блять, или нет? Сзади. Живем. А там просто пох. Just hanging around. Ну-ка, погоди, может я даже дотянусь. Или нет? Ой, блин. Зараза. Блин, почему он не может... Нет, это печально. Это печально. Да упади ты. Фак. Что мне выкинуть? Мне нечего больше. Let me think real quick. Да, у нас подсказка, что тут. О, патроны. Сюда. Фак! Да чтоб тебя! Акстись! Так, не хочешь ответить? Сонова печь! Что-то не все? Спасибо. Черт. Ладно, это было довольно плотно. Довольно плотно. На волоске был. Нет, еще рано, тоже пока рано. Да, тем более рано. Patient Harris is showing improvements. If this continues, there might be hope for the others on Aegis 7. However, Dr. Mercer continues to interfere. He claims Harris's delusions are religiously significant. If I have to make a complaint, I will. I'm not losing my patient over unitology bullshit. Not again. Channel Reef signal.
Dr. Nicole Brennan. Rig location? Inconclusive. Manual rig tracking is available. А, стоп. Погоди. Set missions. Кенрич, я мечтаю, рюмы тут застр... Понятно. Все дело баррикада. А, где это? Они следят. Граффити. Surgical log. Dr. Charles Mercer. Copy to my secure terminal. I convinced Jurgens to show me the video feed from the colony. It's remarkable to finally see what I've sought all my life. The miners, this transformation, they defy death itself. Kain is erring on the side of caution. His faith has been shaken by these necromorphs, as he calls them. How strange, when my own faith has been so richly rewarded. With or without Kain, I must study one of these creatures. Or the next best thing, Brennan's patient, for example. Блин, такое ощущение, там что-то сзади есть. Или это стекло, подожди. А, это стекло, это отражение. Ну-ка. Или нет, подожди. Не! Вон, там что-то видно. Как это открыть? Или это потом? Оу. These deaths at the colony, the paranoia, the hallucinations. You wanted a scientific analysis? Cause and effect? Well, it all began after they raised the marker. What are you so worried about? The marker is divine. We know this. Look, it'll be on board tomorrow. You can study it then. Put your mind at ease. At ease? People are dying. How can that be the transformation the teachings promise? We're witnessing a new beginning, Terrence. For unitology, for humanity. Of course our faith is being tested. Everything is about to change. Hmm. Это по разряду красота требует жертв. And recording. Seal entry. Если вкратце. Ученые нашли какой-то необычный артефакт. Этот артефакт вызывает из преисподней, я так понимаю, существ, которые убивают все и вся. А ученые такие, блин, интересно, надо это изучить, можно получить бесконечную энергию. Пофиг, что там погибает, там они там плодятся, убивая людей. Фигня. Так. Слушай, а может... Кто смарт небо? Я смарт небо. Крипово.
Так, я уже пожалел, что сюда зашел. Ну ему на. Так. Так, выходит, там мы были. Тут мы были. Ну. Давайте опять тюниться. Респонс. Костюм. ХПшки. Ах ты курва, нету нодов. Вообще их нету, ясно. Пока бомжуем. Это почки. Это мне. Лишнего не будет. Ёпа. Иголка, да. Бля. Ну, эти шкеты, в принципе, не особо стрёмные. Первый, второй, третий, да вы угораете. Неужели я пропустил где-то? Отдыхай. Вот. Там что, малой плескается? Ну то ли. The fuck? Блять, а можно еще громче? Я не расслышал просто. Блять, фок, 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 фок. Погромче надо, я не расслышал. Это, кстати, я так понимаю, все-таки. Да, это мутирующиеся дети. Ё. Паны на свай. Ладно. Чем дальше, чем страннее. Так, что там по патронам? А, там, кстати, пишет, типа, доступен апгрейд. Только стрелочка вверх. Да, что там по патронам? Да, скудно.
О, тихо-тихо. Понял. Daniels isn't answering her Riglink. What's your status? I found a shock pad I could use on the barricade. I'm heading back there now. Watch the voltage on that pad. I'm not losing anyone else. Заплантить бимбу. Окей. Жесть какая-то. Где эти байпасы достаются? Эти пропуски. Так, мне кажется, она интенсивнее начала бить. Да ё-моё. Рот. Нет. Нет. Fuck you. Fuck you. На расстрел. Так дайте мне его. Уже пора. Я первый, наверное, где-то уже посеял. А тут второй уже и третий. Take cover. Так, секунда. Круто. 10 000, fuck. Дорого. Тейкавер это где, бадовый? Ну, понятно. Фокер.
Такс. Так, let me... Remember, when you reach the morgue, find Captain Mathias' body. Get his rig codes, and the computer's all ours. Да, помню. Я поэтому и поставил в первую очередь side quest. Ну, потому что надо. Там патроны, апгрейды. Меня сейчас горит. Да не горит, у меня не горит. Так, это нафиг, это тоже нафиг. Ну да. Блин, как я надеюсь, что тут будет этот доступ просто на два уровня вперед, желательно. Красавчик. Да, погоди. Ну-ка. This is senior medical officer Nicole Brennan. Medical is overwhelmed. We need help. Look at his wounds. We can't handle so many trauma cases, and the command crew won't tell us what's happening. Трансформация. И заспидранила. Интересно. Иди за голограммой, не понял. Ужас. Ага, тут батарейка еще нужна будет. И тут тоже, да? Боль. Все позакрывали. Сказали, что персонаж лох. Одним словом. Medical log, Dr. Nicole Brennan. I repurposed this room to run counseling sessions without unitologists interfering. Now it's the only place I feel safe. I recovered a limb after yesterday's attack. Genetically, it's human tissue with bizarre mutations. But it's just a sample. It's not enough to figure out a cure. I need... Wait, where's that report from engineering? Here. The engineers pulled something out of machinery. Limbs missing, torso intact. Okay. Time for a real autopsy. Find out also location in engineering. Какое-то новое задание. Several tram stations are still locked down. I don't have a way. Ну да, ключей нету, понятное дело. Почему не делать? What can I do? Что с меня взять? No power. Mm-mm.
the fuck? А где мне батарейку найти? Я тут ее не нашел. Или подожди, или просто не увидел. Надо порыться. Батарейка, да? To remove the battery, ensure no power is being used on the circuit breaker. Вот оно что, блядь. А упасть? Вэри много жрет. Вэри много жрет. Хоп-хоп. Нет. Так, малой, где-то. Подойди, на пару слов. Откровенно. О! Ладно. Патроны. Так. Блин, все забрал. Надеюсь, что да. Как скудно по патронам. Да и автомат этот такой себе. Нет. Рашит. Походу русский, он идет до конца. Точнее, был русским. Они об меня еще могут биться? Серьезно? Прикольно. Ну, нет, не могу. Thank you.
Так, секунду. Дай-ка мне хилку. Еще один длинный коридор. Ну да. Security request retrieved. Flash me. I woke in the dark with them scratching in the walls. Scratching like rats. You will lock me in with them. Fuck it. I'll cut them out. Упал. Ну упади ты. No fear, no gain. Ура! Первый апгрейд. Нормальный. Кислород. I know it's linked to the marker somehow, but I just don't have enough data. Mercer, maybe I was wrong. We need answers by any means possible. That patient, Brent Harris, might be our last hope. Блин, мне кажется, эта женщина была тоже живой. И она до сих пор живая. Все равно подсвечивается. Ержан, вставай. На работу пора. Тут кто-то выбрался. Морг. Да-да, вы тут сохраните все дела, будет тяжело, конечно. Патронов и так нету, почему бы и нет. Рано или поздно я где-нибудь-то лягу. Блин, не, думаю, уже в следующей серии это продолжим. Ладно, ребята, думаю, закончим эту серию. И продолжим, как обычно, в следующей серии. Ну, с вами был Макс, это был Dead Space Remake. Всем удачи, всем пока-пока.